21 мая саратовские зрители стали свидетелями отважного и красивого проекта, автор которого – выдающийся дирижер Фуат Мансуров. В опере «Иоланта» за главную партию исполняла незрячая певица Светлана Лысенко. Очень рисковал, но мы опробовали вначале в концертном исполнении. Знаете, там все-таки мы не связаны таким зрительным рядом, вот, и все внимание сосредоточено на музыке. Но вы знаете, какая ответственность на ней лежит, потому что она практически не видит дирижерской руки, она поет все так, по памяти. Вот. У нас зрячие часто ошибаются, она все это держит, знаете, вот, довольно крепко. Ну, сейчас она раскроется во втором действии, самые главные сцены ее, и потом финал. Ну, вы знаете, опера так построена, что развитие постепенно, по нарастающей идет к финалу, который является таким блестящим венцом вообще этого спектакля. А как вообще зародился этот проект? Как вам пришла в голову мысль о том, чтобы вот его воплотить, как вы познакомились с Светланой? Ну вот, вы знаете, будучи председателем ГЭК этого института, я обратил внимание, что есть несколько певцов. Там есть певец, скажем, Осколков, который уже является солистом ансамбля Александрова. Вот. Он тотально слепой. У Светланы какие-то есть, ну, силуэты перед глазами, но она, если ее не проводить по лестнице, она тут же упадет. Понимаете, она несколько раз натыкалась на двери, на косяки там и так далее. Но это, так сказать, быт. Вот. Но что касается до музыкальных проблем, у нее их очень мало. И вы знаете, я обратил внимание на то, что она просто предельно музыкальна. Я уже за 36 лет работаю в Большом театре, всех перевидел, разных солистов. Вот, в том числе даже очень зрячих, которые бесконечно ошибаются. Ну, знаете, это какая-то должна быть природная музыкальность, что ли. И вот она одарена вполне. Видимо, природа недостаток одного компенсировала вот наличием другого. И у нее огромное желание петь. Вот сейчас она распоется, вы услышите во втором действии. Просто потрясающий красивый голос, красивая женщина. И я вот подумал, какое бы применение ей найти. Вот мне пришла в голову идея осуществить Иоланту именно со слепой певицей. Но вас ожидает довольно тяжелое испытание сейчас во втором действии. Вообще человек чувствительный не может остаться равнодушным. Я сам, работая с ней, часто как-то так подвигался к катарсису. Несколько слов о солистах, которые сегодня работают с Светланой. Ну, я знаю, что Виктор Григорьев уже работал с вами в этом проекте. Да, он делал челябинский спектакль, и там спектакль прошел с огромным успехом. Но я должен сказать, по моим наблюдениям, вот я слушал Фрайшутц, я вам признаюсь, с середины первого действия до конца я смотрел оперу с закрытыми глазами и получал огромное удовольствие.
Я хочу сказать комплимент и Кочневу, который очень высоко держит планку культуры театра. Это большое достоинство. И это счастье для театра. И потом театр располагает замечательными певцами. Очень хорошие голоса. Очень. Ну, я не могу сейчас их всех перечислить, но я могу сравнить с некоторыми театрами, скажем, вот Западной Европы, Польши, Германии. Не все располагают таким ансамблем солистов. А, ну, Григорьев, во-первых, певец с прекрасным голосом. Видите, какая у него фактура. Конечно, изумительный Иван Сусанин, скажем, Борис Годунов, Хованский, ну и так далее. Вы понимаете, фактура тоже играет очень большую роль. Потом он артистичен. И в этом плане я очень ценю Григорьева. И он замечательный актер, я думаю, что один из даже очень заметных артистов вообще в России у нас. Господь мой, если грешен я, за что страдает ангел чистый? За что? Из-за меня во тьму ты взор ее лучистый. Отдай мне радостную весть, утешь надежды исцеления. Я за нее готов принесть корону власть мои влаченья. Продолжение рассказа об Иоланте в следующем выпуске нашей программы 8.50.